Пейзаж подсознания Чар наполнен красным светом от затмения, а в воздухе раздаются драматические мелодии, исполняемые на укулеле. Какого хрена? Музыка? Посмотри. Иногда я чувствую, что ты меня забываешь и что не вернешься. Посмотри. Иногда я чувствую, что уже слишком устала от одиночества и слез. Посмотри. О, черт, нет! Я не дам этому вылиться в очередную тупую песенку мимо лорда и еще один танцевальный номер! А знаете что? Вы тут не единственные, кто умеет менять свою форму на более могущественную версию себя, используя лишь свое воображение. Подойди ко мне поближе, мимолорд. Я взбешен! Вы все мертвы, а я умер от смеха. Вперед, Фриск, ты как величественный орел! О боже, не могу дождаться, когда я его увижу. Черт, Фриск 10 из 10. Лучшее появление в кадре, которое я видел. Постойте, а как Фриск вошел в подсознание этих двух? А сегодня ночью я хочу большего, чтоб ты меня крепко обнял. И в твоих объятиях мне приснится, что это любовь вечна. В полумраке луч света нас двоих окутает. Мы живем, попавшись в ловушку этой азартной игры. Твоя любовь — это тень моей свободы. Прекрасно! Да! Замечательно! Фриск серьезно знает, как дирижировать? Нет. Что вы тут делаете? Санстурель, когда вы успели вернуться? Фриск позвонил нам и объяснил ситуацию. А потом Санс телепортировал нас обратно. Мы тут всего лишь несколько минут. Кажется, они могут слышать музыку в их общем подсознании. Наш Чара кажется напуганным. Это хороший признак. Если он напуган, он будет менее сильным. Может, мне хоть кто-нибудь объяснит, при чем тут этот музыкальный номер? Ну, это некого рода снежный ком. Я вспомнила, как Санс в тот раз смог выгнать Чару из своего сознания с помощью группы аскеров, поддерживающих его. А потом Херман начала петь эту самую песню, втянув в это Гастера и заставив его составить ей компанию, играя вместе с ней на маракасах, и... вот мы здесь.